Всех приветствую на канале Animal Life. Хозяин привязал пса в парке, написал в записке его кличку и ушел навсегда. В теплый сентябрьский день девушка по имени Ольга, как всегда, шла на работу через один из парков. Она увидела, что у одного дерева сидит собака с опущенной головой. Когда Ольга подошла поближе, девушка увидела, что пес привязан к дереву крепким шнуром, а рядом лежит записка, на которой крупными буквами написана кличка животного. Она поняла, что таким образом бывший хозяин выбросил питомца из своей жизни. Когда Ольга приблизилась, пес угрожающе зарычал. Она с трудом, но нашла в интернете на смартфоне номер приюта для животных Best Friend. И оттуда немедленно выехала за защитница Аяна Финенко. Марина с Яной отвезли пса в ветклинику. При осмотре у него нашли запущенную кожную болезнь. Скорее всего, из-за этого хозяева избавились от собаки, чтобы не тратиться на дорогостоящее лечение. На данное время собака живет у Марины дома и проходит курс лечения. Волонтеры через соцсети пробовали найти жестокого хозяина, но безрезультатно. После того, как история получила огласку, уже нашлось несколько потенциальных хозяев для преданного животного. Как только лечение будет завершено, он уедет в новый дом, к ответственным людям. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.